Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Посмотрим, какой силы удар у этого вратаря. Пас головой, атака продолжается. Кубань снова с мячом. Максим Канунников. Поддержка партнеров. Есть адрес для передач. Головой пробил он по мячу. Удар прямо во вратаря. Так они вряд ли забьют. Какой удар! Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Удар! Опасно! Краснодар забивает гол! Это его второй гол в матче. И это дубль. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола.